уходят лучшие. Семья одесская, сидят, смотрят. Мама телевизор смотрит, дети там крутятся, что-то. Сидят, обычная ситуация, вечерняя. Вдруг заходит очень печальный папа. Очень печальный, говорит: «Роза, я тебя прошу, выключи телевизор, потому что беда. Пришла беда». Она говорит: «Боже мой, что случилось?» Выключает телевизор, говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Роза, дядя Сёма отмучился». Она говорит: «Боже мой, что, дядя Сёма умер?» Он говорит: «Нет, дядя Сёма жив, тетя Роза умерла».